This is not war on front line. This is a war with civilian and without city and town and destroyed all life. Честно сказать, я не представляла в свои 65 лет, что я окажусь в подвале. Это типа бомжа. Это жизнь бомжей, это самая настоящая. Вы мне, конечно, не думаете.